Чемпионом теперь можно стать не только по какому-то виду спорта, но и по походам в музей. Для этого достаточно быть школьником и иметь электронную карту. В Иванове стартовал ежегодный конкурс среди школ города «Всем классам в музей». Первыми экскурсантами в рамках акции стали ученики 4-й школы. Ребята посетили музей СИЦА. Заметим, по электронной карте школьники могут ежемесячно посещать все государственные и муниципальные музеи абсолютно бесплатно. Я посещала музей Бурылина, музей СИЦА. Мне интересна история нашего города, как создавалась инфраструктура города Иваново. Все это и многое другое ребята смогут подчерпнуть для себя из экскурсий по многочисленным ивановским музеям. А стимулом к активному знакомству с экспозициями должна стать акция «Всем классам в музей». Сегодня, 3 марта, стартует у нас проект «Всем классам в музей» уже несколько в новом формате. Пропуском в музей будет по-прежнему являться универсальная электронная карта, и в центре обработки данных автоматизированно будут уже подводиться итоги, причем в разрезе не только образовательного учреждения, но и в разрезе каждого класса. Подвести итоги конкурса раньше стоило больших усилий, да и в точности подсчетов были сомнения. Теперь, уверяют организаторы, проблем не возникнет. Все автоматизировано. При посещении музея учащиеся должны, проходя через терминал, приложить универсальную карту к терминалу, на которой считывается информация, и поступает в центр обработки данных. В центре обработки данных в автоматическом режиме происходит формирование как по школам, так и в частности по классам можно отсортировать информацию. Итоги акции будут подведены в мае, когда победители и самые активные классы школу наградят ценными призами. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.